Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Давай-ка мы с тобой быстренько, наверное, откроем пак бесплатный. Шепот смерти, шторморез, кошмарный пристиголов и чуткарик ресурсов. И рекламный. Давай-ка, родной, покажи, что у тебя там внутри. Шепот смерти, шторморез, водорез. Практически как и первый пак. Что-то они между собой были очень похожи. Так, откройте два набора карт. У нас, кстати, новый сезон, друзья мои, начался. Да. Так, давай посмотрим, что наши там легендарные принесли. И, кстати, будем с тобой сегодня завершать события, которые начали проходить вчера. Так, я не помню, где у нас там еще-то. Куда он там делся? Вот он. Гнездо, тусклый янтарь. Все как обычно, все как всегда. Так, ну-ка давай посмотрим, что у нас тут. Ребятульки, древесинка. Так, сколько древесины? Нормально, давай-ка лети еще. Так, рыба. За рыбой. За рыбой. Так, у нас перебор, да, получается, с рыбой-то. Так, из древесины. Так, этого отправляем за деревом. Так, ты принес, красавчик. Дальше лети. Сколько у нас? Ну, маловато, маловато всего. Поэтому отправляем наших драконов, опять же, на добычу. Добычу ресурсов. Так, принцесса огнеедов. Этого пока я не буду никуда отправлять, потому что он мало приносит. Ветрокрыл, тоже 4 металла мне принес, железо. Так, ну у нас пока нет возможности никого никуда отправить, потому что ресурсов не хватает. Поэтому давай-ка мы его отправим, скорее всего, за рыбой. Пускай летит. Древоруб пускай пока сидит на месте. Так, сарделька, что там у тебя? Показывай давай. Что ты мне тут приготовила? Заколку. Ну, пускай летит в нападение, я не знаю там. Остальные все на задачах, на заданиях. А сколько у нас еще академка будет прокачиваться? 3 дня, ну да, вчера поставили 3 дня. Все как полагается. Так, этого за рыбой отправим. Так, весночес, ты же мне рыбу здесь должен... Подожди, я чего его... Нет, вот он. Так, рыбу он мне дал. 206 тысяч общее количество. Так, лети за рыбой тоже. И смотрим, 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 смотрим. Что ты мне тут дашь? 3 железа. Пожадничал руны, да? Все-таки дал 3 железа. Допустим. Тоже отправляем его за рыбой. Ну и, наверное, в принципе, пока все, да? С драконами разобрались. Давай глянем, что у нас тут по обмену. Сколько там? 1 блестящий янтарь. Всего лишь 1. Опа, 3. Пускай будет так. У нас созрел пак. Ага, обычный. Шепот смерти, шторморез, ужасное чудовище, злобный змеевик. Давай начнем, наверное, с редкого. Пускай редкий будет на открытие стоять. А ты что загрустил? Давай за рыбой, бегом, марш. Ты за древесиной лети тогда уж. Раз такая возможность есть. Ну а ты чего стоишь, беззубик? А? Что загрустил-то? Сейчас мы тебя куда-нибудь пристроим. Кого нам нужно найти? Да еще на самом деле очень много кого нужно найти. Вот, например, мы этого так и не нашли, не откопали. Пускай летит бесплатно. Руны мы с тобой уже будем копить. Они нам понадобятся. Сезонный абонемент. Так, забираем. И забираем здесь. Так, первую награду я забрал. Это железо. Так, здесь у нас 50 рун. Потом каменное сердце. А на рынке на сезонном у нас вот слюня. Или слюня. Наверное, слюня все-таки. Будем пытаться накопить на него. Как бы... Я думаю, слюня нормальный. Дракончик. Хотел отправить, я же забыл, что у меня академка стоит на прокачке. Ну что, и переходим с тобой... Куда мы переходим с тобой? Вот сюда, ребят, естественно. Происшествие и обучение призывников. Сегодня мы с тобой должны его допройти. Допройти и забрать все награды, которые тут у нас будут. Ну что, приступаем потихонечку. Клыка Крив здесь нас встречает. Это на первой волне. Волны всего здесь будет 2.
Разбирается он, не сказать, чтобы очень быстро, но и немедленно. Средний такой разбор идет. Естественно, заклинашку он взять не успеет, что очень хорошо. Так, и переходим здесь. Опа, опа, опа. Ты смотри-ка. Ты смотри-ка, кого здесь поставили они, на. Вот жучки. Караеды. Так, нет, буянь, пожалуйста, здесь. И ты тоже там успокойся, я тебе говорю. Так, а этот, естественно, а, он просто сейчас... Нормально, нормально все идет. А, пока тратиться не буду, вот сюда вот шмальнем разочек. И на отхилочки их подловим. Упс, хорошо бомбанул, ты посмотри-ка. Но барсик, слава богу, выдержал. Слава богу, он выдержал, поэтому давай сюда, наверное, атакуем. И сделаем на хилочку. Заодно и барсика нашего, так сказать, подхилим чуть-чуть. Но сейчас, по-моему, фаербол полетит от него. Он на трех энергиях же, да? Точно. И разбирается он довольно тяжело. Но если мы понизим броню и кривоклык, то получается легко. Ну что, вперед. Тут у нас колесо фортуны, удачи и прилив сил. Шикарно. Прилив сил я уважаю. И забираем с тобой загадочный пак. И переходим сразу же на мини-босса. Тут один будет промежуточный бой у нас. Обычный. А в основном мини-босс, потом опять мини-босс. И в конце все-таки босяцкий. Давай посмотрим, что у нас здесь поджидает. Что за мини-босс и сколько вообще волн. Волн будет 3. Вот, и смотри, оба стража. Блин, вот это плохо. То есть мы сейчас здесь очень много здоровья, скорее всего, потеряем. Начнем с громорога. Этот у нас не бегун. Он у нас огнедых, так его назовем. Давай. Все, громорога минус. Ну и беремся с тобой за костолома. Слушай, он хоть и не бегун, но он таранит. Я думал, что будет немножко попроще. Тяжело разбирается, конечно, тяжело. Ну, сейчас ударит хвостом, это ничего страшного. Уничтожили. Что у нас здесь? Два престиголовых плюс водорез. Одинаковый абсолютно у всех уровень. Вот оно как, сейчас они втроем будут ходить. Понижения брони не было. Нормально. А у них не двойная атака. Твою дивизию, что это творят, а? Что же вы творите? Давай хиляться. Так, одного уничтожили. Блин, нам нужно с тобой сохранить Барсика, потому что сейчас будет босс. Это будет раз, два. Нам не хватит, да? Придется, наверное, грушу тратить все-таки. Придется, наверное, нам потратить все-таки грушу. Или выдержит Барсик удар водореза? Я сомневаюсь почему-то. Ладно, давай перестрахуемся. Хоть он обычно просто, видишь, удар сделает. Он бы выдержал бы на самом деле, но я что-то все равно немножечко испугался. А вдруг бы не выдержал? Так... Ну и смотрим, кто у нас тут мини-босс. А мини-боссики у нас почему-то водорезы. Хм. Интересно, ладно. Я, наверное, сделаю вот так все-таки. Надо одного из них уничтожать. И желательно быстрее. Водорезы нам как бы тут не нужны. А этот? А этот ничего не сделает. Просто ударит и все. Так, готовимся к отхилу. И вот сейчас будет уже... Ух ты, бомбит-то как. Но я, в принципе, догадываюсь, этот будет все время... Совсем не то, что я рассчитывал. Я думал, он будет бомбить штормореза мне, но, видишь... Раз он так решил сделать... По пониженной, конечно, броне влупляет, будь здоров. Ну, что ты там хрюкаешь? Это вообще промахивается. Просто мазила. Так, добиваем. О, почему? Почему ты не добил? Ты должен был его добить. Я не знаю, ребят, что произошло, почему он не смог добить. Я специально навел на укус, посмотрел. Там была полностью шкала забита.
И он не сделал того, что я хотел. Ну вот, из-за этого поплатился. Хотя, если бы я знал, что он его не добьет, я, естественно, бы применил бы понижение брони, она бы его точно уничтожила. Ладно, главная победа. Ну что, крутим очередное наше колесо. 175 миллионов древесины. Так, дополнительная попытка у нас отсутствует. Забираем с тобой пак аренский. Ну, это обычный, содержит новичков. Шепот смерти. Так, шторморез, костолом. И переходим с тобой на обычный поединок. Ну, обычный поединок, я имею в виду там, где нету боссов, мини-боссов. Но волны будет все равно 3. Как бы меньше уже здесь не будет. Ну, что ты там? Начинаешь, окей. Так, двойную атаку. Ну, давай. Давай просто пробьем его, да и все. Скалотрясик. Скалотряса нужно тоже как можно быстрее, ребят, нам захуркать. Блин, не выходит ни шиша. Будет кусать кого? Кривоклыка, наверное. Ай-яй-яй. Какой же ты гаденыш маленький, а. Оу, я хотел не это сделать, я хотел лечить. Твою дивизию, ребята. Я на самом деле хотел лечение поставить. Какого шиша ты делаешь? Это навезет, знаешь, только в каком случае? Что здесь? Это не босс, а простой поединок. Если бы здесь был бы босяцкий, все, ребят, мы бы сдулись бы. Я думаю, что здесь мы справимся. Худо-бедно, так скажем, да? Так, водорез и... Понятно. Попрыгушкин, короче. На тебе. Ну, с пониженной броней, я думаю, по ударчику ему крышка будет. Да? Водорезу. Это, естественно, психует. Начинает тут лютовать, бомбить. Раз, два. Все. Ну, а этот сейчас будет бегать. Бегать, глушить мне. Пумс. Оглушил Барсика. Слушай, он же страж. Он страж у нас. Так, Барсик, давай. Мне нужно, знаешь, что на самом деле? Хильнуться. Но я, наверное, не успею. Сейчас будет опять разбег. И, скорее всего, глушить будет уже штормореза. На 3 энергиях. Угу. Барсика. Дурачок. Победа за нами. Надеюсь на хорошую награду. Ну и надеюсь и дальше. 25 миллионов древесины. Это вообще ничтожно мало. Ну что, а у нас очередной с тобой мини-босс. Давай посмотрим, кто это у нас такой здесь. Опа. Сразу усиленную команду против нас поставили. Твою дивизию. Ох, я даже не знаю, что тут. И этот, в принципе, силен, и тот силен. И как нам быть? На Громоле я пока даже внимания не обращаю. Блин, меня больше напрягает Кревет. Если он сейчас тратит свой лазер. Ну. Хорошо. Так, у нас под... Блин, у нас потом не будет отхила. Оу. Давай просто укусим. Нам срочно нужно его уничтожить. Опа, сейчас, ребята, по-моему, прилетит нам. Слушай, это очень-очень круто повезло. Я прям даже не знаю, как нам повезло очень сильно. Давай залечим раны. Добьем. Фух. Но этот начнет, конечно, фаербол свой раскидывать. Но поверь мне, это нормально. Если бы Кревет бы бомбанул свой электрический разряд, тут бы последствия были бы куда хуже. В разы даже, я бы сказал, хуже. Так, так. Я, наверное, просто укушу и добьем его. Переходим на вторую волну. Здесь у нас два пресеголовых разных модификаций и... Злобный змеевик. А может быть, острокрылый. И видишь, что они начинают творить? Полную дичь.
Они начинают бом... Так. Блин. И сейчас они вдвоем раскурочат мне, да? Раз, и этот еще присоединяется со своим фаерболом. Ох. Чудом просто каким-то нам тут повезло. Так, если я... Давай вот так сделаем. Одного из пристиголовых нужно убрать. Хорошо. Так, они все равно вдвоем, да, будут ходить? Блин. Промахнулся, идеально. Есть шанс сейчас двоих сразу уничтожить. Опа. Ну и как ты видишь, мини-босс, точнее тут трындец. И все стражи. Ты понимаешь, все стражи здесь. Охо-хо-хо. Ладно. Мне нужно, чтобы на ветрокрыле была слепота, ребят. Чтобы на ветрокрыле именно была слепота. Иначе это все очень плохо может кончиться для нас. Пум-пум-пум. Ну что, хиляемся, наверное, для начала. Теперь тратим с тобой прилив сил и делаем вот так. Надеюсь, он будет применять. Угу. Значит, этот будет применять. Жуки, а? Ладно. Мы сможем добить? Конечно, сможем добить. Так-с. Думай, думай, голова. Поехали. Бомби своего этого куриша. Вот так вот. Опа, сейчас кому-то будет... Блин. Шторморезу. Шторморезу, друзья мои. Но все равно мы будем с тобой вот так вот делать. Слепоту именно вешать на ветрокрыло. Блин, там опять будет сейчас глушняк ведь, да? Сейчас опять этот просто сходит, а этот будет на глушняк брать. И кому на этот раз достанется? Кривоклыку. Погнали. Давайте уже у этого. Молодец, все, красавчик. Погнали. Удвоения энергии пока еще нету, я смотрю, да? К сожалению. Нету. Раз, два. Угу. Слепота, потому что на следующий ход он сделает, скорее всего, суперудар. А я тебе о чем? Вот так вот. Продолжаем бомбашить. Ну все, я думаю, что тут победа уже за нами однозначно. Было напряжно. И что по итогу? 125 миллионов рыбы. Так, это закрываем. Забираем с тобой пак ареновский. Это уже там содержит элитных. Шепот смерти, шторморез, душитель, пристиголов, громорог, отпрыск, водорез и кривоклык. Одна карточка. Ну что, друзья, подготавливаемся, потому что впереди нас поджидает босс. Надеюсь, не три волны будет, давайте хотя бы две. Вот, две волны. Но начинается, естественно, с мини-боссов. И причем, смотри, с каких мини-боссов. Да... Блин, этот же жарит, я не могу прям. И этот еще на трех энергиях своих. Что речи творят, а? Ты посмотри, сейчас еще не удивлюсь, если уничтожат трэш. Еще делает. Сейчас добьет же.
блин, так этот тогда добьет. Не, ребят, тут надо сдаваться. Тут без груши делать нечего. Вообще не вариант. Груши придется просто покупать. Просто придется покупать эти груши. Ну, что ты там стоишь, дергаешься? Офигеть, бомбашит, конечно. Повторяю, это не босс. Это, ребята, мини-босс. Вот этот, который нас тут встречает. Ну что, опять сейчас кому-то влупит, наверное, сюда. Но я тебе об этом говорил. Тут, я не знаю, тут я сдаюсь, друзья. Я не буду просто терять зря время. Надо будет покупать груши. Тут не вариант. Далее еще таких этих самых мощных. Там разорвись. Или туда, или сюда, и что делать? Блин, а у меня еще энергию нужно будет покупать. Ё-моё. Энергии-то нету. Трындец. Вот как ты тут так накопишь, ребята? Это все ради вот этого пака. Конечно, я бы на самом деле бы не стал бы делать, но мне охота это событие пройти. И сейчас еще мы с тобой будем покупать груши. И там тоже транжира пойдет. 285. Это что такое? Это атака называется. Давай сюда тогда бомбить. Будет, конечно, шторм Барсика. На этот раз он решил Барсика кусить. Вот этот, ну как так-то? Ты посмотри, ну посмотри, как он бомбашит. Ну куда? Как я? Да это ума непостижимо. С такими зверскими атаками. Теперь сиди и думай, блин. Или этого уничтожать, или этого. Наверное, вот этого все-таки придется. Но только сделаем мы с тобой вот таким вот образом. Пускай он влупляет свои суперудары. Вот. Вот, совсем другое дело. И что мы сделаем? Понижение брони. А, уничтожим. Блин. Сейчас кусанет. Так, погнали теперь этого бомбашить. Этот в любом случае добьет его сейчас. Ага. Дальше что? Броню понизим и добьем. И переходим к боссу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это же заморозка, это же все. Серьезно? Да. Ладно, а что, у меня другого выбора нет, ребят. Надо вот так вот делать, офигеть. Сейчас у них... Блин, горелые, а. Кого будем? Не знаю, кого здесь. Вот этого, наверное. Поехали. Вначале самого-самого слабого попробуем уничтожить. Пью. Зашибись, это добьет. Или это, этот добьет, наверное, скорее всего. Вот мы и лишились с вами. Ну, вот как так можно играть, а? Как вот так можно играть, ребят? Я не понимаю. Ты посмотри просто, вот посмотри, как у него отнимается здоровье. Оно вообще не отнимается здесь. Неужели мне еще придется прилив сил брать, а? Вот так вот. Называется... Слушай, вот это хорошо ты сделал. Хоть что-то хорошее он сделал, а? А зачем я так сделал? Ладно, неважно. Даже тут добить не смог. Даже тут не смог добить. Че он там? Слепота у нас какая-то висит. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Так вот сделаем. Добьем. Пока этот под слепотой, надо его наказывать.
Да. Урон оставляет желать лучшего, ребят. Просто я тебе скажу. Ну что ты там фыркаешь? Фыркает он мне. На тебе. Продолжаем бомбить. 280 и 280. Это 560, да? И еще 65. Твою налево. Ну, около 700 рун мы с тобой потратили. Как тебе такой раскладец? Заработали, называется. Но зато прошли события, ё-моё. Вот так вот, гордись, до пенсии. Ну что, крутанем. Дайте хоть что-нибудь, пощадительный приз, я не знаю, там, ну вот тебе 175 минут рыбы дали. Иди гуляй, Петруче. Эх, забираем с тобой ареновский пак. Что там содержит героических? Шепот смерти, ужасное чудовище, экзотический шепот смерти, острокрылый змеевик, злобный змеевик и кривоклык. 6 карточек. Оу. И молодой прыгун. О, кревет Драгура, прикинь. Круто, с одной стороны. Такс, монеты Одина забираем. Кошмарный прицеглов, шипорез, ужасное чудовище. Вот так вот. Не буду я это брать. Точно хотите отказаться? Отказаться. Так, лети давай за древесиной. А чё ты сидишь-то, я не могу понять. Дуй за рыбой. Кстати, подожди, у нас ветрокрыл же. Мы его вернем и отправим на поиски. Так, кто-то у нас готов за рыбу же искать. Рыба у нас 500 лямов. Этот за древесину. Так, вернуть. 13 часов. Этот у нас пошел уже там на поиски. Так, а где же у нас... Так, ты... Давай-ка возвращайся, парень. Надо послужить родине. Лети. Так, ну а мы с тобой заберем первую самую нашу... Ну, не первую, вторую награду в сезоне. И это 50 рун. Хоть какой-то бальзамчик на душу, да, ребят? Маленький. Так, что у нас там по пакам? В принципе, все нормально. Не вижу смысла пока, ребята, идти на арену. Пойдем, наверное, уже в следующей серии. Так, сейчас этого отправлю за древесиной. Так, этого покормить. И этого тоже покормить. Потом, когда... Нет, когда академка, ребята, откроется, мы уже будем там, скорее всего, прокачивать дальше на 112 уровень. Да? Да. Ну, а на этом, в принципе, я закругляюсь. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.